Привет, друзья мои! Супер, что заглянули к нам на канал. С вами Виктор, и сегодня мы приготовим супер-пупер закуску классную. Маринованная скумбрия. Хоть на праздник, хоть просто так вот с картошечкой. Супер рецепт, готовится очень просто. Поехали! Вот такие вот три замечательные рыбки у меня. Сейчас мы их будем подготавливать. Можно, конечно, скумбрию привычно почистить и порезать просто на кусочки и приготовить. Но я люблю, чтобы уже было без костей. Поэтому сделаем сейчас филе. Разрезаем, заводим нож вот так под плавник. Потом разворачиваем нож. И по хребту ведем спокойно. Все вот так вот легко и просто получается. Вот такая вот филешечка. Дальше нужно срезать вот эти реберные косточки. Вот так вот под них поддеваем нож и по ним срезаем. И живот. Вот такой вот ровный кусочек получается. Здесь у нас остаются еще вот эти кости. И с другой стороны та же самая процедура. Надрезали. И второе филе. И реберные косточки. Вот так вот. И вот здесь вот у нас еще проходят косточки. Их берем и убираем пинцетом. Они так нормально убираются. Все, друзья, все филе мы подготовили, ушло немного времени, буквально на 3 рыбки минут 15. Шкуру я снимать не буду, кожу, потому что есть возможность, что потом может рыба рассыпаться, поэтому кожу лучше оставим. И сейчас нарезаем на порционные кусочки. И дальше, друзья, добавляем немного растительного масла, без запаха, без вкуса. И хорошенько, аккуратно перемешиваем рыбу с маслом, чтобы каждый кусочек был в масле. Для чего мы это сделали? Рыба сама по себе жирная, скумбрия. Для этого рецепта также подойдет и селедка, жирные породы. Мы будем добавлять уксус. И если будет мало жира, то рыба начнет вариться, начнет белеть. Поэтому мы еще дополнительно к жирной скумбрии добавляем немного масла, обволакиваем ее маслом, чтобы она не варилась, но она будет все равно мариноваться в уксусе, но она не будет так вариться, и у нее будет красивый презентабельный вид. Дальше нам нужно нарезать лук, чеснок и укроп. Лук нарезаем полукольцами. Чеснок просто вот такими крупными слайсами. И укропчик, конечно же. Теперь, друзья, берем соль и сахар и смешиваем их вместе. Вот так вот. Все точные разграмовки смотрите, конечно, под видео в описании. Теперь, друзья, берем воду простую, кипяченую, остуженную и яблочный уксус. И смешиваем это все. Можно, конечно, взять и простой столовый уксус, тоже будет очень вкусно, но с фруктовыми уксусами получается намного вкуснее, поверьте. Яблочный уксус хороший. Будет отлично. Теперь берем посуду, в которой будем мариновать. На дно немного лука, чесночка, укропа, черный перец, свежемолотый, конечно, и немного лаврушки так порвем.
И соль с сахаром вот так вот посыпаем. И выкладываем сверху кусочки рыбы. И дальше сделайте слой за слоем, пока у вас не закончится рыба. Вот так слой за слоем все это повторяем. Ну вот и все, друзья, теперь осталось только залить водой с уксусом и оставить это все мариноваться на ночь в холодильничке. И завтра будет вот такая ля-ля, я вам обещаю. Сверху грузик. Вот так вот. Накрываем пленкой. И убираем в холодильник. Друзья, прошла у нас ночь. Ночь была длинная. Прошло еще немножко времени. Ну, терпеть уже невозможно. Рыбка наша готова. Вот такая вот потрясающая рыба маринованная. Еще отварили картошки. И это будет просто сказочный королевский обед. О, у меня прям слюнки текут уже. Смотрите, какая рыба. Она полностью проготовилась, промариновалась. Слюней полный рот. Вау. Это просто вау. Лучок вот этот. Картошечка. Друзья, у меня нет слов, это так вкусно, блин, обалдеть. Готовьте обязательно на праздники, на Новый год, просто так вот. С вечера сделали, на следующий день уже готово. Рыба просто малосольная получилась, легкая кислинка. Ну, сказка, прям сказка, смотрите. Аромат чесночка, лука, укропа. Я в раю. Это нереально вкусно. Друзья, вам большое спасибо за внимание, что были с нами. Обязательно приготовьте такую рыбу и напишите отзывы в комментариях. Буду ждать. И до новых встреч. Пока-пока.